Народ, всем привет! Кирюха только что придумал какой-то сет для меня, я его даже запомнить не могу. Получается, минуту висишь, делаешь выход на 2, потом 40 секунд висишь, делаешь выход на 2, потом 20 секунд висишь, выход на 2, потом... Два раза, по самочувствию. Потом подтягиваешься. 10. 10 раз, потом брусья 50 раз. Ну, пусть потом будет. Что там дальше? На турник 2 выхода, 30 потом секунд. Турник, два висишь. Выхода. 20 секунд вешу, 30, потом снова. Подтягивание 10 раз. Короче, все запомнить тяжело, вы смотрите сами, а потом я в описании еще скину, как там, что Кирюха издевается надо мной, выдумывает всякую фигню. Я как подопытная мышь. Мышь, кролик, давай. Будешь отсекать мне, ну махнешь, да. Когда время пройдет. Сейчас, давай, окей. Fuck. Пятьдесят отжимашек. Сорокет. А? Сорокет. Я буду делать 50. 40 ни туда, ни сюда. Давай. Я всех сделаю. Давай. Так, запомни, 2 выхода, 30 висишь, 10 подтягиваний. 2 выхода, 20 секунд вишу.
30, да? 30, да. И 10 подтягиваний. Потом отжимания. 40. Ну, дальше я тебе скажу. Давай. Как будто кто-то зажигалкой сушит меня. Давай. Два выхода, 30 секунд вышу, правильно? Да. И 10 подтягиваний. 10 подтягиваний. Отжимашки, да? Да. А что потом, чтоб я себя настроил? 40, ну или ты будешь 50 делать, пофигу. Не, я понимаю, потом что? Окей, выход, 5 подтягиваний, 20 сек висишь, выход и 5 подтягиваний. Выход. Выход, 5 подтягиваний, 20 секунд висишь, выход и опять 5 подтягиваний. Все? Да. Давай. Сейчас, мокро. Выход 5, 20. Да, я помню. Выход 5. Все, да? Да, руки отекли, пиздец. О, да. Ну, кому интересно, пробуйте. Запомните, там тяжело, что я делал. Я описание оставлю. Там. На самом деле руки просто... Просто как будто мне их кто-то выжигает, я не знаю. Не, конечно, кто может долго висеть на турнике, это супер. Но я больше 2 минут в общем провисеть не могу. Тут чуть-чуть подтягиваться надо, выходы, поэтому... Конечно, забиваются, закисляются ручки. Такая каменная фигня. Фу, ну что, размялись, можно потренироваться. Ладно, оставляйте свои комменты, подписывайтесь на канал. С вами был Лось. Пока.